Мы все еще в пути, в странной красочной Индии, этом винегрете красок и оттенков. Мы здесь с вами не для того, чтобы получать эмоции, не для того, чтобы щелкать фотоаппаратом, ходить и смотреть на бедных и убогих, заниматься шопингом. Вы приехали сюда меняться, а вместо того, чтобы увидеть настоящее, вечное, в повседневном, истоки культуры и традиции йоги, продолжайте искать эмоции и ублажать свой живот. Какой салат я съем, когда вернусь домой? Как же хочется обратно быстрее. Но вам некуда возвращаться, потому что вы никуда и не уезжали. Вы как были внутри своего ничтожного и ограниченного ума, так в нем и продолжаете пребывать. Эта поездка – шанс для вас найти отдушину, место, где нет вас, где есть что-то настоящее и ценное, безотносительное. Для того, чтобы это увидеть, кое-что требуется. Нужно позволить, всего лишь позволить реальной жизни происходить. Нужно терпение и упорство в практике. Но у вас нет ни доверия к себе, ни достаточно намерения, чтобы усмирить свой ум, ограничить свое тело. Садхана – это тот удивительный, уникальный инструмент, который мог бы помочь руке Бога вести вас к неизведанному и новому. Но вы выбираете сон, ублажение тела. Вы ведете себя как туристы. И что же вы тогда хотите? Мы получаем именно столько и именно то, что даем. Никто не вправе изменить этот закон. Поэтому получите вашу ничтожность обратно. Вы даже озвучиваете эту свою ничтожность, считая, что учитель будет вас обслуживать. Учитель никогда не отражает эмоции ученика. Он – отражение бесконечной силы, проявленной при жизни. Тем не менее, за эту поездку вы сделали очень многое. Вы зашли к вершине духа. Кто-то на муле, кто-то с чемоданом, но все же зашли. Зашли и не раз. Это ваше настоящее благословение. И оно молчит. Этой силе не надо мигать разноцветными огнями в ночи. Не надо наряжаться в яркие одежды. Сила в тишине. Каждый получает то, что он вложил. Настолько, насколько он смог открыться для чего-то большего. Духовность и радость не купишь пуджами. Не найдешь через философию. Она есть. Она ничего не жаждет и не страдает. Она в том самом мгновении, когда солнце касается вершины горы. Вершина становится золотой. Пусть это путешествие станет для вас благословением, началом нового пути в жизни. Сад нам.